1200 опыта у главгероя. Дофига шкурок, короче, всего этого он продает. Так, сколько? Короче, на золото деньги. На 500 продает. Так, они сейчас отдохнули. Нужно починить домик. Продай древесину. Хорошо. Вот древесина. Починка домика. Так, потом нужно саженцы. Так, саженцы. И нужно научиться стрельбе. Или кто-то из нас должен уметь стрелять, кто-то мечом владеть. Этот просыпается. Пойду поем. Ам-ням-ням. Пойду попью. Ну что тут? Короче, давай, я буду... У тебя нету опыта. У меня есть опыт этот дофига. Блин, что-то... Давай я буду это... Стрелять из арбалета. Денег хватит? 500 не хватит. На лук хватит. Ну, хорошо. Ну, короче, пофиг, вот лук. А что я буду делать? А ты... Так, начинай строить забор. Хорошо. Короче, идет строить забор. Получилось. Короче, он потратил опыт на владение луком. Короче, обнуляется. Бабло спустил на лук и на стрелы. Давай, короче, я залезу на дом, а ты будешь... Дом снесут. Нужно позвать того чела. Не, он уже не придет. Так.
общем, надо охотиться, застраивать и охотиться. Давай нормальный забор построим. Ну давай. Строили нормальный забор. Как-то вот так. Ой, я вижу, вы уже построили неплохой забор и хоть что-то делаете. Ну, молодцы, я пошел охотиться. Фу, что-то я устал немного здесь. Не очень удобно с этими стенами. Тут у меня еще есть несколько локаций. Короче, давай проверим, как они поставят, месяц ли тут у них. Вот мельница. Вышка. Да, нужно больше лист. Сарай. Ладно, на этом пока завершим.